Окей. Да все сразу за подчинение, блядь. Сейчас у меня как раз вкладка ЕПГП открыта, блядь. Кто это сделал? Козум. Ну а нахера, вот ни бафов нет, ничего, стоим, блин, ни РЧ нет. Вот капец вы момент неудобно выбрали с того убивать. Сову жертва. А народ косал, поехали. РТ идет, какой РЧ? Поехали, поехали. А четверо еще не в инсте. Я не пока. Минус 200 за приход, значит. Своим пешком. О, сейчас буду наглеть. Кому-то нужен сапфир? Есть такие люди? Навара, да? Потестить. Говорят, что 5 хоста нужно, да? Сколько тебе? Это тринка со скоростью, которая, да? РДДшная тринка, да. О, знак ли дали? Изи. Причем ход тоже вытянул 97, но я первый. Че тут моб себе позволяет? Wait. Слотбек, ты что, напуливаешь на меня? Я понять не могу, или чё? Не, на тебя нет. Или кто? Кто, блядь, такой бессмертный, то, что напуливает на сову? Я. Только два напула было. Совсем охренели уже, ну. Только два напула было, один от Хота, второй от Слотбек. Я просто, знаешь, я только подхожу к Трёше, они же... Так, 50 на 50, или звонок... Да, можно 50 на 50. Хороший. Вот как на Сорфанге попросишь типа разбойников и на поле, вот так нет, так зачем? Никто не отдаст на пол. А как трэш на сову на поле, так это все молодцы. Готов по два пачка. Да ты и в таргете не бываешь, мол, что у тебя на поле. На, как надо умудриться. А чё ты с ними танчит? Народ пока танчит, я орелов лучше. Клиент.
вылетают в главное. Нужно подойти поближе. Сейчас подойду. Че, дочистил, Даша? Чем? Мобу убьем. Как? О, точно, в Акримаре портал есть. Я к вам прилечу. У нас вообще есть в очереди люди, которые стоят за Т5 на паладина? Чтобы я знала, за кем записываться. Ну, я записывал. У меня Рога сидит. Типа, он, когда онлайн постоянно? Ну, кстати, Ангел, благодарю. Не то, что Фарада. В данный момент он онлайн, но у нас Вага никак полутать не может. Плюс Джонни Тотем теперь будет ворон. Ваге же вроде только с ласта не нужен, не? Ему чест и плеч надо. А Вага в Дисе? Вага АФК сидит. Джонни Тотем, а тебе все куски надо? Лёш, Вага будет? Нет. Я сразу меняю его на кого-нибудь. Курс. Но плечи у Джонни Тотема есть. Ну, если бы Вага был, я бы у него спросил. В принципе, я могу сейчас этому Роге написать. Если твоего не будет, я могу своему написать. Пианист писать, нет покупателей насчет плеч Т5 напала. Если нету никого желающего. Ну, кому? Этому шаману не надо, у него есть, говорит. Вага АФК сидит. Шей. Барыги. Тебе надо на Элема, ты будешь на успех забирать? Не ну, будет. Все понятно, видишь. Не будет он на Элема. А, не будет, ну ладно. Покажи достойного Элема. Берет ректор шамана, пускай кролит. Так, 7-8 пати, кто хочет прогуляться? В рейде. Мозер хочет. Мозер хочет? Да. Да Мозер хочет. Мозер, говорят, ты в рейд хочешь? Он хочет, только он еще об этом не знает. Тогда Кават хочет. А у Кавата КД. Кават не прокатит. А что он там? ОКХМ ждет? По-моему, у меня совы не хватает. Второй. Фрейд. У нас кота нет. Пятый ШП тоже неплохо смотрится. Можешь забрать 5 ШП. Сало, давай, будешь показывать это, как умеешь... Завидеть. Разве коты не кидают какой-то вообще дебаф? Кто-то нужен вообще из престолов, кто будет себе собирать холи спек. Потому что возможно, что скоро весна начнется, у меня будет чаще не бывать время. Ну, дебаф на этот, на кровоточину. О, планета, ты боешь, хочешь, да, Урэ? Бое.
есть приз. Я вот вчера за ДЦ играл, у меня рука заходи. Правая травмированная, у меня реально к концу, грубо говоря, там 5-6 минуты, и кисть просто немеет, и я уже пальцем не чувствую нифига. В холике вообще не напрягаюсь, блин, играешь. Так что, нам что ли нужно пожалеть адмирала? Да нет, просто у меня кисть раздробленная и пальцы разбитые, поэтому у меня проблема постоянно жмакать, если раз в секунду на кнопку рука не имеет. Потом... А у тебя тоже прокачай реплика. Да? Я прокачал приста вот как раз, пока у меня правая рука была сломана на офе. Вот, и я его и прокачал одной левой, потому что магом не мог играть. Так сделай макрос тебе себе через щит и все, без клика. А че, блин, я же спрашивал, у кого еще КД? Типа на око. То есть просто промолчал. На кого наводишь, чтобы она сама прожималась автоматом? Да. Так а другими заклами как хилить? Я же так не могу просто одни щиты вешать. Я же еще исповедь вьюзую. Френдик тут? И по группе иногда помогаю. Не, ну это минус уже это, минус щиты. Это интересно же. Человека, сидящего на замене, запускаешь. Не парься. Кто тебе нужен, того и запускай. У меня точно... Да мне, честно, по барабану. Планету заходи. И проверку на присутствие замены. Точно, 5 шипа. Шипы силу. Если что, я тут, просто я на другом персонаже. А вот и заходи. В смысле? Давай быстрее. Серьезно заходить? Да. Раз. Можно хантов попать? Так, я с народом наверху. Воет. Внизу. Слышишь? Поставьте этот тумбочку. Где адмирал? Тут. Подлетаю. То есть мы уже, блядь, трэш весь почистили, а ты только подлетаешь. Ты, может быть, сумон хотя бы примешь ради приличия. Да и проверку на баф на пол. Сейчас я релогнусь. 5 сек. Да, мы с тобой вверху воет на. Готов, Коника, скажешь. А кто бегает с вами? Без разницы вообще. Кто хотите, тот и бегает. Все, готов. Пулять? Подожди, еще не. Сейчас мы пулять, но опять же. Что опять же? Давайте на пол. Сейчас давайте на пол. Почему таунт у паладина, блядь, не достает босс? У меня доставал. Что там по гере? Дайте шамана.
вверх улетел. Я на последнюю, ты на первую. Серьезно, блин. Прыгнуть не может с платформы. Народ, поднимешь. Там тебя ходи пал снизу просили. Народ-то хилится там. Вверх взлетел. Опять же, я на последнюю, ты на первую. Блять, не стоит бежать. УЕшка зайдет одна, то и две. Сидите, люди. Народ, поднял бы уже 1000 раз, пока тут босс. Ладно, сердце. Будешь бежать, короче, это, на третью платформу, господа. Там-то... Серьезно, чё ты упал, блин? Нажмите милики таунт какой-нибудь на себя, быстрее. Ложимся. Чё мой народ упал? Ну, наверное, никто не хилил. 7 хилам по 250. Бежимся. Гена, дашь мне срез? Меня по всем. Слишком дурно. Толду рыбу.
пианиста с тобой, кто бегал из хилов. Кто? Типа, если по смерти Монорода постарить, то я вижу, что его хилил Матиола и Джонни Тате. Его больше никто не хилил. А Эрдру довольно трудно поднять с несильным старшим маном. Факт в том, что 4 хила не смогли прохилить одного танка. Ну, 2 пытались. Пускай пытаются. Сейчас бафы. Рудин отдается, не может спрыгнуть хил. Мы, блядь, идем в 3 танка. Они даже, блядь, 3 танков. Нахера вы все поразбегались? Каски не нужны, бафы вообще. Окей, кого не достанет. Все готовы по готовности давайте. Я сейчас буду перебегать. Я разлетел. На последнюю, ты на первую. Я та же самая херня. Вот заберешь. Демон упал. У меня БР нет. У меня есть. Никаких БРов нет.
Народ, не надо никого бэрить. Народ тащит. Народ опросить. Видимо, народ, у меня войд падает. Веру взлетел. А народ на первую, я на... Потом бегаешь, БР Мишел бьем. Три фазы. Первый пошел на народ. Гамма Сакру. Больше не будет. Гоните клад. Хотя, Потяма, народ этот, ты побежишь, БР Мишел, бей. Чего я? Народ Байерни. Okay. Нужно подойти поближе. Мишку уже чилить не надо. Не, встаньте. Для абсорба нету, или почему столько урона рейду летит? Грал, почему у тебя флоу мана? Опять хороший. Народ, бейте Алары, когда он взлетает, потом бейте трэш. Это получается, вы, когда появляется Алар, бьете трэш, и потом приходится стопать. Народ, меня не берешь. А теперь берем маленьких, но не добиваем. Добавляем там малых хп. И когда выходит Алар, добиваем этот трэш, потом опять Алар убьет. Нужно подойти поближе. У меня есть что-то мелкое. Уже
Там один моб завыкался. Даю. Гератка дышилась. Йося. Нет, сорб. Абсорб есть. Холи паладин рису. Я не вижу, чтобы был этот абсорб. Плохо видишь. Ребаф паладином дайте. Если они с дебафами стоят, это абсорб тут не решит. Добейте оставшийся трэш, да, и потом босс. Двадцать секунд. Разлетки. Чё с боссом? Сейчас уже все сколько? 10. Книжка. А фурика, да? Для умных фуриков. А, плечи на лука с этого нужно кому-нибудь? Маг Локхан. Какие плечи, тир? Ну, ты 5. Мне надо. А мне это кому? Маканкил. У тебя еще ИП нету. Ну эта книга нормальная или нет? Хз. Но я паролил на вас. Может пригодится. Если никому не надо.
Кирса опять кинули на эту книгу. На кого спрашиваешь книгу? Я бы наркотику на лучше, конечно, на живой корень. Где же его взять? На Эрдру нет. А, ну тогда я тоже разнула, но не знаю, хороша она или нет. Дайте джинсы, пожалуйста, у кого есть. А то у меня кроме штанов все красное. Сколько у тебя хостелить его? Сейчас. Если кому надо, скажите, кто вырубил, да. Что-то я подумал. Холи Паладин 74. Тысяча 54, кто спрашивает? Крутая хоста для. У нас осталось 40 минут. Но кель останется.